Всем здравствуйте! Известная актриса Наталья Крачковская была и остается в сердцах миллионов. Ее путь в кинематограф и на театральную сцену был непростым. Дело в том, что мама будущей звезды считала актерство делом несерьезным. Она настояла на том, чтобы Наталья поступила на исторический факультет. Так будущая звезда сцены и сделала. Только вот любовь к театру и кино и желание быть узнаваемой взяли верх. Через супруга звукорежиссера она познакомилась с Леонидом Гайдаем, а дальше начались съемки, популярность и слава. За свою жизнь Крачковская сыграла в десятках кинолент, озвучивала персонажей в мультфильмах, играла в антрепризных спектаклях. Работала до последнего дня, не делая скидку на возраст и кучу болезней. Знаменитость ушла из жизни в марте 2016 года. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Общественность об этом узнала не сразу, а лишь через несколько дней. Позже поклонники пришли на могилу звезды, чтобы положить цветы и отдать дань памяти. С тех пор прошло 7 лет. Памятника у звезды все это время не было. Единственный сын Василий никак не комментировал этот вопрос. И вот в 2023 году на могиле появились две каменные глыбы, без фотографий или каких-либо иных изображений лица Натальи Леонидовны. Увиденное потрясло многих. Какое неуважение к заслуженной артистке. Она достойна лучшего. Что за безликая глыба? Добавим, что могила Крачковской оказалась никому не нужна, за ней никто не ухаживал. Несколько раз в СМИ делали сюжеты по этому поводу, обращая внимание, что могила актрисы заброшена. Однако у родных Крачковской постоянно находились оправдания и причины не заниматься этим вопросом. Ну а сейчас появившийся памятник на могиле актрисы и особенно его формат и внешний вид вызывают вопросы. Очень сложно сказать, какой смысл в него вкладывал автор. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!